Всем привет! Сегодня мы поговорим про подключение интерфейса 24 вольта адаптер для Mitsubishi, чтобы подключить к нему обычный термостат Neste, Kobi или любой другой 24-вольтовый термостат. Называется это адаптер PAK US444CN. Чтобы его установить в Mitsubishi, он подключается к любому Mitsubishi Unit, Wall Mount Unit, Ceiling Cassette, Multi Position Air Handler, Pancake и так далее. Для этого потребуется 220 на 24 вольта трансформер. То есть вот такой трансформер, который универсальный. Он стоит в районе там, $15, может поменьше. У него есть подключение, здесь вот расписано. Черный подключается на одну фазу. Если подключаем его на 110 вольт, например, это будет к фернису или куда-то, подключаем белый провод, то есть белый-черный. Если мы подключаем к Mitsubishi, в нашем случае нужно подключить black-черный и 240 оранжевый. 240 у нас в residential, 208, 230 в commercial. То есть commercial мы подключаем черный и красный, в residential черный и оранжевый. На выходе у нас получается 24-28 вольт. На выходе у нас вот такие провода желтый и синий. Синий можно подключить на common, желтый подключить на Red. Подключаются они сюда, вот TC это трансформер common, TR трансформер Red. Также сюда нужно подключить термостатные провода. Всегда, когда мы ставим Mitsubishi, нужно подключать, желательно, если проводов достаточно, как двухстейджевую систему. В этом случае нам нужно подключить common Red, это питание для термостата. Также подключаем G-сигнал на фен. Также подключается Yellow-1, Yellow-2, W-1, W-2. Yellow-1, Yellow-2 это Cool, W-1, W-2 это Heat. Чтобы это, в этом случае у нас будет работать система как двухстейджевая. То есть две скорости фена, компрессор подстраивается под эти скорости. Чтобы у нас все правильно работало, нам нужно переключить дип-переключатель. То есть переворачиваем, откручиваем болтики. У нас есть здесь такие дип-переключатели. Открываем инструкцию. Здесь мы видим, что вот этот комментарий. Когда подключены Yellow-2 и W-2, нужно переключить дип-переключатели SV2-6 в положении ON. То есть мы видим здесь SV2, шестой дип-переключатель, он у нас изначально выключен. Его нужно поднять наверх и включить двухстейджевое управление. Если термостат одностейджевый или у вас недостаточно проводов, подключаем только W-1 и Yellow-1. И дип-переключатель не переключаем. В этом случае у нас будет фен работать на одной скорости. Вот, поэтому желательно лучше всегда подключать на две скорости, если мы ставим Mitsubishi. В принципе, как подключать трансформер, я уже показывал на в другом видео при подключении safety switch. Там, в принципе, все понятно. L1, L2 черный и оранжевый. И вот эти два подключаются сюда. TC, TR. Все, всем спасибо.